In the century following the Mongols' vengeful attack on Moscow, Dmitry Donskoy's son and grandson clung to the Rus throne. Amid old rivalries and fragile alliances, Dmitry's great-grandson, Ivan III, set out to consolidate Moscow's control over all the Rus. But one independent republic would not yield to Moscow, the wealthy commercial center of Novgorod. In the bitter winter of 1478, Ivan III arrived at the doorstep of the wealthy Republic of Novgorod, the last remaining independent Rus province. With his army of allied Rus forces, Ivan would not stop until Novgorod belonged to Muscovy. First, he had to take the outlying towns of Kuklino and Soltsy, which were guarded by resistance fighters. Ivan swept aside the resistance at Kuklino and could now use the village to reinforce his army. Повинуюсь наказу. Добро. Сделано будет. Сделаю. Начинаю строить и сейчас. Слушай. Смирно, наказ. Готов повиноват. Сделано будет. Повинуюсь. Спешаю на преж. Сейчас.
Направляюсь, куда наказано есть. Направляюсь, куда велено есть. Скачу на преж. Тихо! Наказано оружие приготовляйте! Спешаю на преж. Направляюсь, куда велено есть. Часок, путь мой чист есть. Послушай, скачу на преж. Служите рад, я тут готов. Будь идти надобно. Да буду мясо к трапезе. Повинуйся наказу. Як прикажете. Начинаю строить и сейчас. Готовы, если потрудитесь. Какой наг исполнено будет? Направляюсь, куда наказано есть. Направляюсь, куда наказано есть. Живу службы ради. Слушаюсь. Извини, стреляют нас! Поспешаю на хрен. Направляюсь, куда наказано есть. Живу службы ради. Да расточатся вороги! Направляюсь, куда велено есть. Поспешаю на преж. Долг не есть бремя. Служите рад, ясми. Направляюсь, куда велено есть. Иди, трудницы, надо внесуть. Что накажете? Куда направляться? Я построю сие. Не удержусь! Я надобно. Сейчас начну делать их. Сие построю скоро. Вижу ворога! Есть, наступать и надобно. Слушай, коня седлом есть. Поребник готов. Направляемся, куда наказано есть. Thank you.
вылетели. Потрудитесь. Иди, трудницы, надо внесуть. Начинаю строить сейчас. Я построю сие. Сие построю скоро. Что накажете? Готов, если служите сейчас. Укажите цель. Дайте мне работу. Лук поспешен, гости. Построено есть. Радость велия есть. Что накажете? Укажите цель. Кого застрелите? Иди, трудницы, надо внесуть. Потрудиться изрядно. Хочу стрелять. Послушание есть добродетель. Что будет кровь и брать? Повинуюсь, есть добродетель. Что на кровь и брать? Хочете? Повинуюсь, я честный житель. Иду туда немедленно. Какой наказ есть, служите? Готовы, если потрудитесь. Трудитесь надобно. Сие построю скоро. Построено крепко есть.
повелевайте. Сейчас. Часа велите. Сделано будет. Куда направляетесь? Путь! Сие есть долг мой. Готовим выступ. Наказ, яко прикажете. Потрудимся изрядно. Дайте мне работу. Туда уже направляюсь. Добуду мясо к трапезе. Фаревник готов. Сделано будет. Повинуюсь. Слушание есть добродетель. Ожидаю наказа. Что накажете? Наказ слушайте надобно. Яко прикажете. Надобно в пути. Стреляют в меня! Скажите, поспешим есть. Гоня сервом есть. Паревник готов. Направляюсь, куда велено есть. Скачу на брешь. Ой, не набрать, готовится! Хочу стрелять. Цели. Куда направляетесь? Скачу на брешь. Путь. Направляюсь, куда велено есть. Скачи, родимая! Готов повиноваться, есть. Святость освещает путь мой. Слушайте все! Идем, надо бы найти нам. Паревник готов наступать. Направляюсь, куда велено есть. Орудия на брань готова. Ожидайте наказа. Тихо! Наказе новенький. Подайте поручение. Близ стоит! Наказе исполнен. Все латницы готовы, суть. Строй держить. Ой, не исполнен наказ. Слушайте, наказе... Оружие приготовляйте. Лучницы. Ой, не наказы слушайте. Да будут кровь и брань. Ожидаем наказ. Исполняю наказ. Ладно. Часо велите. Как накажете? Орудие садно ждут. Спать нельзя. Повинуемся наказом вашим. Да, слушаюсь.
братья, не уготовляйтесь! Повинуюсь наказам вашим. Трудитесь надобно. Смирно! Наказе исполнить! Все готов! Кайте орудия! Ладнет! На коней ладнется! Приготовляем! Идем, воини! Часокош сейчас! Тихо! Ладнец исполнен! Воини на всех! Готов повиноваться, Селис. Ожидаю наказ. Исполнено будет. Орудие ясно. Наказано идти. Оружие заставлено! Противный! Близ стоит! Дайте мне работу. Наказ слушайте надо. В лесу, возможно, есть мясо много добыть. Сейчас начну делать их. Куда направляетесь? Неуходен есть! Сила! Трой, держите ладницы! Мужик лази напряжно! Наступайте, ладницы! Я удержусь! Ладницы наказа ожидают! Вести, як исполнен от службы! Слушай, я приготовлю! Парни, вступайте, нога! Вижу ворога! Все сделано будет! Писал, иди на дорогу! Ладницы смелее готовятся! Отчейте! Все! Обидом ворога! Сидом не куда напрячь! Скачу на брешь! Ладницы, повинуйся! Вся готова суть! Двигайте орудия! Долг несть бремя. Ладницы на коне. Приготовляйте. Распишите. Орудие у сад. Ладни, наступайте, ладницы смелее. Мужики, ради! Мужик, лази! Напрямь! Огоняй, ладница! Мужики, ради! Наступайте, ладницы смелее! Грядите! Приготовляйте оружие! Напрямь! Орудие у сад дает! Тут наказан! Ivan's forces captured the second town and laid a plan to secure Novgorod for Moscow. In order to take the wealthy capital, Ivan's army would have to defeat the Novgorod people's militia. Civilians had taken up arms to defend their lands against the Muscovite invasion, but they were untrained and ill-equipped for pitched battle. If Ivan could sustain his professional army, the people's militia of Novgorod would pose little threat. Камнемет готов. Двигаем орудия. Что накажете? Слушайте все.
As Ivan prepared his army for the battle ahead, he was struck by an attack from the People's Militia base to the northeast. Начинаю строить и сейчас. Сие построю скоро. Трудитесь, а надобно. Я построю сие. Слушайте все. Противный близ стоит. Все построю скоро. Вся готова, суть. Наказывайте. Готов, есть им под... Наказ слушайте надобно. Все идем. А приток ворога! Все все трудницы надо внесут. Воздух добрый, труд тяжк есть. Фаревник готов нас... Скачу на преж. Направляюсь я, куда наказано есть. Направляюсь я, куда велено есть. Скачи, родимая. В путь. Кого исполняем наказы? Направляться. Трудитесь, а надобно. Часо хочешь? Начинаю строить и сейчас. Тихо! Приступайте на гамма. Для выстрела.
Помните все новые наказы, суть. Люблю трудить. Наказывайте, сделаю все. Люблю трудитесь в поле. Орудик, стреляйте в цель точно! Будет для меня приказ. Сделаю, как накажете. Орудию! Есть сон, есть отдохновение. Начну исправлять их. Сие исправим. Все готовы есть к наступлению. Часон окажете. Поняла, иду туда. Ору землю, хребет болит. Держите ряды! Часон, двигаюсь, куда велено есть. Орудий, воины идут за орудием. Пора, уходите. Доброе. Да, шутят гневно. Готовность полная есть. Наказ исполнен. Орудие осадные готовы. Отники готовы к пронесу! Вижу ворога! Орудие исполнено! Избирайте время для выстрела! Novgorod's natural gold deposits had been exhausted, but Ivan's forces could earn gold by setting up hunting cabins in the surrounding woods.
Слушаю,
готовы. Наше дело немедленно газ исполнен. Although outnumbered, the Muscovite army overcame the vast people's militia. Now Ivan's army would march on the power center of the Republic, the capital city of Novgorod. Наказ ваш исполнен. Орудие он сам исполнен. Готовьте наказ. Наше дело сделано. Победа славнейшая. Ладники, все славные. Ой, наказ в танке. Слушайте наказ, лучники. Есть сон, есть отдохновение. Внемлите! Ожидайте наказа! Нет ворогов! Нету! Дальше построено будет исправно. Орудием сам добре! Ну-ка! Латники на брань стремляются! На брань, латники! Сражайтесь, одобренно! Войны бегом в славе! Наказ ваш исполнен будет! Есть сон, есть отдохновение. Слушайте все! Сейчас наказы будут. Строите надобно. Готовы есть к делу новому. Возведу все, как вы прикажете. Довольно есть. Ладники слушают. Орудие исполняем. Да ощутят гнев наш. Слушайте, готовность наказы исполнены будут. Да. Сделано будет. Ладник напряжь славу, ладники. Наказы ваши исполнены. Победа есть! Цель уничтожена!
готовы! Ожидайте наказа нашим. Внемлите, лучники! Приходим на место, Инна! Лучники, напряжь! The Muscovite army destroyed the outer wall and entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. Ivan would tear it to the ground. Thank you.
тебя надо сделать, Яка Накан. Урубил сады готовы. Наказан. Готов. Урубил сады готовы. Подники немедленно раз исполнил. Честь появления. Ладники на прежде, ладники!
Ищем орудия! Novgorod's great Vechi bell chimed for the last time, sounding the end of the Republic's independence. As the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city, the last remnants of the Great Republic fell to ruin. Ivan III's vision of gathering all power to Moscow was almost complete. You